Привет, мы продолжаем проходить эфир. Остановились мы на том, что нам не давали сказать слово надоедливые охранники Армахема. Новый вид противников в игре. Они воюют со спецназом, воюют с солдатами-клонами и воюют с нами. То есть все против всех, такая гремучая смесь. И теперь мы направляемся разгребать все то, что они наворотили. А нет, смотрите-ка, у него автомат. Ну ладно, побегаем с пистолетом-пулеметом. Довольно-таки серьезные противники. Они как-то поумнее, по-моему. Поумнее солдатов-клонов. Ты еще живой, что ли? Ох, вас тут сколько. Берегись, граната! Неудачно кинул, надо сказать. Ни хрена не видно. Еще и патронов нет практически. Блин, да откуда вы садитесь? Отступаем. Отступаем. Закрой меня. Давайте, лучше вы ко мне. Вот так. Ну, теперь пыль рассеялась, можно выходить. Ты где? Где ты, где ты? Один отступил, видимо, за поддержкой. Да, ребят, доставляют проблемы. Надо обратно забрать свою винтовку. Снайперскую. Что ты грохочешь так? И искать того мерзавца. Все хорош. Я думаю, не поменять ли мне винтовку на дробовик. Все-таки дробовик в закрытых помещениях — это просто жопа для твоих врагов. Давайте-ка лучше мы с ним походим. Еще аптечка, отлично. Подлечимся, сохранимся и двигаем дальше. Угу, я понял, где мы оказались. А что у нас тогда там внизу было? Блин, сколько винтовок-то. Нет, лучше я их возьму, раз так прям дают. Редко нам дают попользоваться этими винтовками. Поэтому давайте с ними побегаем, пока дают. Давайте посмотрим, что у нас тут внизу. Возможно, там лежат усилители. Куда-то же ведет эта дорога. Опа-па. Что это у нас тут такое вообще? Что-то непонятно. А, мы сейчас выйдем. Да-да-да-да, я понял. Мы выйдем назад. Где-то тут мы проходили. И ничего хорошего особо тут, к сожалению, нет. А так хотелось усилитель. Давай, бегом. Беги, брат, беги. И что это? Тупик? Похоже, нет. Ты чего орёшь, что так? Как резанный. Аккуратненько спускаемся. Кто из вас орал? Как бы там ни было. Что за музыка тревожная? Входи, пройди. Так, там что, никого не было, что? А нет, был. Падай, елки.
настоящая пропасть. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Кроме аптечки, естественно. Вентиляция. Ну ладно, прыгаем. И что? Ой, блядь. Ну, я так и знал. Так и знал, что что-нибудь подобное случится. Ладно, давайте нырнем пониже, посмотрим, что у нас здесь. Похоже, ничего хорошего. Надо вернуться в главное здание. Мы сейчас, похоже, в пристрой каком-то ходим. Тут нам делать особо нечего. Так, это что за газ? Я тут пройду, нет? О! Тихо. Что за страшные звуки? Как мне тебя взять? Блин, я сейчас... Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Блять, да что ж такое? Ногами вперед вылетел. Блин, наоборот. Но тем не менее. Да. Я уж попрощался с жизнью. Моя прелесть. Опять на реакцию. Так и что? Ладненько. Ох ты, сука, какую дыру проделала. Видимо, мне надо подняться. Да чё там рвут-то люди, ёлки-палки. Ладно. Я совершенно не испугался. Да что вы взрываете-то? Вы опоры здания, что ли, рушите? Чтобы его завалить? Или я не знаю. Что вы делаете? Ага, усатый чувак. Давно тебя не видели. Да, здание ходит ходуном. И чё? Тупик. А, все, понял. А тут у нас что? А, все. Все понял. Тихо, аккуратно. Я надеюсь, это не пар. Да. Все хорошо. Да что ж вы творите-то, ироды? Тут у нас ничего. Аптечка. Да, так. На всякий пожарный. Вашу ж мать. И что мне делать? Вниз сигать, что ли? Да нет, не может быть. Давайте сохранимся на всякий пожарный. А, ну да. Мое чутье меня не подвело, геймерское. Тут у нас вроде тихо. И вроде нет ничего полезного. Что за разольные баллончики? Ну да ладно. Это надеет вообще. Тишина. Нам, видимо, надо выключить газ, какой-то вентиль покрутить, что ли. Труба ведет, труба у нас это ведет.
Ага, вон вентиль. Значит, пойдем налево. Ага, пойдем налево, как же. Блин, а что тут делать? В окошко я, естественно, не пролезу. Подвинуть не могу. Задачка. Ты не крутишься? Нет. Может попробовать шпариться, но пролезть? Блин, даже не знаю. Даже не знаю. Сохранимся и попробуем, чё ж. Ой, давай, давай, давай. Ага, как же, хрен бы там. Я так и знал, в принципе. Ну, попробовать стоило. Ничего страшного не случилось. Ага, вот так вот и делается. Блять. Ой, но в такие моменты не матюгнуться это. Я не знаю, кем надо быть. Беда. Беда, беда, беда. Так, что у нас здесь? Здесь у нас лестница наверх. Вентиль. Ага, понятно. А, возможно, у нас здесь что-то хорошее лежит. Давайте проверим. Сейчас подзарядим свой фонарик. И полезем. О, тебя-то я давно искал. На тот скелет упал, да? А тут у нас что? Что такое? Так. Я, по-моему, понял, где мы. Да-да-да. Ну, нормально. У нас уже 150 здоровья, это отлично. Здесь все выключено. Идем, идем, идем. Что такое опять? Что? Ах, вот тварь, а. Да что ж такое? Блин, надо поторапливаться, пока нас тут не снесло к чертям просто. Лифт наверху. Тут все закрыто. Я что-то такое помню. По-моему, лифт спустится, на нем будет дохрена охранников, если я ничего не путаю. Давайте их достойно встретим. Маленькая подлянка на память. Ладно. Будем надеяться, они не пропадут, пока я тут петляю. Так, что мы имеем? Движок. Похоже, за лифт отвечающий. Какой-то вентиль. Возможно, мы сейчас покрутим вентиль и сможем пройти туда. А тут у нас что? Подождите. Сюда мы не можем влезть. Ну да ладно. Пойдем вентиль трогать. Да, вода поднялась, ящики, соответственно, деревянные тоже. Теперь мы сможем нырнуть и поплыть неизвестно куда. Главное не задохнуться. Давай, плыви быстрее, давай, 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 давай. Что мне это дало?
А, ну да, мы вон там лифт, мы сюда не могли попасть. Что за вентиль? Неизвестно. Так. Что там, никто не приехал пока. Что за рычаг? А, ну это к лифту наверняка. Да, бьют, заработал. Давайте подниматься. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего, кроме, похоже, выхода обратно в тот коридор. Надо оружие посерьезнее взять. А, все, я понял. Понятно, где мы сохраняемся. Что-то меня не покидает предчувствие. Да ты, блин, а? Что ж ты спрятался? Все, что ли? Ну нехило вас там размазало по всей шахте. Вся шахта в кровище. Три бомбы, это, конечно, да. Три мины. Ладно. Я думаю, ему понравилось. Обалдеть, вот их тут накидало. Как минимум двое было, судя по винтовкам. Одного просто в клочья порвало, второго откинуло. Все, уходим отсюда. Отлично. Мы прошли до 6-го эпизода. Я думаю, это прекрасный момент завершить очередную серию. Судя по времени, как раз подходит. Увидимся в следующих выпусках. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.